Привет моим друзьям! Будем готовить в тандире сегодня, чтобы за час раньше надо тандир приготовить, чтобы хорошо был нагретый. Ну, лучше все время взять хорошие дрова, друзья. И все. Понеслась. Крышка останется открыта, да? Ну, у кого есть такой тандир, это у вас не именно такой, но тандир. Это очень хорошо уже. А чтобы вам приобрести такой тандир, нет, именно такой уже нет у меня. У меня есть 10 шампуровый и 8 шампуровый. Напишите меня в Instagram в директ, пожалуйста, друзья Джами. И будете иметь. Ну, договоримся, будем говорить по Инстаграму. Хорошо? Всего вам хорошего. Собака чует запах. Видите, да? Знает, что я готовлю уже. Вот собака по запаху, да? Это все. Так, друзья мои, еще это снимаем, да? Опля. Корочку пополам, друзья мои. Вот это тоже снимаем. А, да, кстати, отсюда вот это снимаем все время, да. Но многие уже знают этого, что это снимается. Это, как называется, железяка, железо, не знаю. Но это надо снимать. Все, корочки пополам, друзья мои. Раз, два. Пошла другая курочка теперь, друзья мои. Так, шейка с позвоночником буду убрать, да, друзья мои? Это нам не нужно. Нам нужен только хорошее мясо, да, и все, да. Теперь будем мариновать мясо, да. Сначала томатный паста. Вот столько хватит на две курочки. Это один полный пищевая ложка, да. На каждую курочку добавим сюда одну чайную ложку соли, да, одну. Так, еще... Спец для курицы. Это очень похоже на хмели-сунели, да? Очень похож. Красный паприка сделаем полумолотый, да, друзья мои? И базилик сухой, да? Так, кстати, друзья, да, под этим видео буду читать комментарии обязательно, потому что скоро, ну, наверное, в следующей неделе у меня на канале, но на сайте у Жоржа, это... Ссылка всегда в описании. Найдете хорошие специи, да? Базилик, эстрагон сухой базилик, тимьян, чебрец, кинза сухой. Все хорошие специи из Армении прямо. Такой же укроп сухой. Все хорошие специи будут на сайте и хорошие цены, да, для вас. Вы можете все приобрести. Но это посмотрите на сайте. Так, теперь, друзья же, все это... Сюда мы добавим только водички, да? И будем рукой прямо перемешивать все. Так что я хочу стараться для вас, чтобы вы имели хорошие специи, да, друзья мои? Но это будет, точно будет. Так, масло не хочу делать, потому что мясо у нас жирненькое немножко, курочки жирные, хорошее мясо. Не стоит масла туда. Прямо же надо делать с водой перемешиваем. Можно с пивом даже. Кто любит пиво. Знаете, вот это нам достаточно, да? Теперь можете попробовать, да? Как по вкусу, как соли. Классно.
Да, еще, еще, еще добавим сухой чеснок. И снова перемешиваем все. Все, будет вахмамаджан, да, друзья? Ну, конечно, рукой я. Почему рукой делаю? Потому что это для нас дома. Для, если будет ресторан, конечно, с перчатки. Но даже рукой лучше, вкус будет. Так, друзья, и теперь по одному маринуем курочки, да, наши красавчики. Пока тандыр будет готов, у нас мясо будет мариновано уже, да, друзья мои? Все, 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 все. В тандыре это будет вахмамаджан. Я забыл сказать, нам грудку надо вот так порезать, да, грудку, только грудку и все. Вот это место, прямо с одного места, чтобы соус впитывался в нем и получилось вкуснятина у нас. Вот так прямо, все, все. Так, продолжаем дальше, да, и сюда. Да, Анджан, представляешь? Туда будет впитываться и будет вкуснятина. Ну теперь еще. Соус хватит на две курочки. Все рассчитано. Все, Аняджан. Один час мариноваться. Достаточно, да, для этого? Пока наш тандыр будет готов полностью. Мясо будет мариноваться уже. Даже можете тут постоять без проблем, друзья мои. Все, нож в сторону, Аняджан. Вот так. И все. Самый мой любимый нож, да, это, друзья Джан? Так, друзья Джан. Шампура сюда. На шампурах, да, будет готовиться этот красавчик? Как обычно, я готовлю. Все, друзья Джан, мой красавчик готов. Все, специи убираем в сторону, нам специи тут уже не нужны. Все. Да, Анджа? Да. Все. Так, картошка будет тоже, надо будет. Все. Мороженое. А? Мороженое. Он хочет мороженое. Папи, возьмем мороженое на армянском, говорит. Мороженое. Мороженое, мороженое. Да. Мороженое хочешь? Мороженое. Хорошо, хорошо. Окей, он мороженое хочет, мой Артурчик. Да, будет. Друзья мои, я соберу чуть-чуть укропи. Укропи, знаете, вот эти я сниму, а эту головку, чтобы не сразу все сорвать, да, чтобы эти пасенки остались на следующий раз, да? Дай, хорошо, друзья мои? Дай, вот листья, листья себе. Да, да. Куда? О, как шипит сильно, да, друзья джан? Видите, там снизу есть решетка, чтобы дрова полегче горели, да? Видите, друзья мои, с внутри, по бокам, он уже стал беленький, да? Видите, сначала он черный становится, как, ну, как он холодный, там, он, а когда нагревается полностью, он уже поменяет настоящий цвет глина, и все, значит, тандыр готов уже, да, уже скоро. Так, нарезаем, все приготовим, друзья мои, уже. Это вы поняли, почему, да? Свежая цибулка, свежий зелень, вы знаете, почему это, да? Так, и свежий зелень, укроп с моего огорода, базилик, свежий и зеленый лук, да? Это все нарезаем и приготовим, друзья мои. Ну, короче, пучок... Пучок ассортимент делаем и вкусно будет. Это пахнет лето уже, это все, когда делаем. Перец, да? Перец, но острый или не острый, это вам надо выбрать, друзья джан. Да? Паприка? Зелень. А, зелень? Ну, конечно, это же это из огорода. Ну, не с моего, не с моего огорода, но у сестры. У них все успело, все. У меня базилики еще маленькие. Так что, друзья джан, вы будете скоро иметь сухой, сухие специи, да? Разные. Чтобы мариновать мясо,
готовить шашлык, готовить кебаб, готовить вкусный хашламу. Все. Но это сухие специи ко всем идет. Так что без проблем будет иметь. Ну, я каждый раз в глиняную посуду. Это мне нравится. Ну, все, Анжан, начинаем. Да. Раз, два, три, четыре у нас. Да? Четыре. Надо 8 шампуров. Так, друзья мои, вот это первый шампур, да? Вот, вот так, чтобы жестковато вышел, да? И до верха, да? Я пойду принесу еще 2 шампура, Анжан. А вот это через бедра, да? Вот это сюда, и чтобы вот так. Вот так он будет висеть, да? Вот надо так покрутить сюда. Вот так, да? Через грудку, через бедра. И еще раз через бедра, да, друзья мои? Вот так. Вот прямо сюда, чтобы в конце. Чтобы в это место вышел, и чтобы жестковато сидел на шампур. Чтобы не падал. В тандыр. Хорошо? Раз, два, да. Все, Анжа. Еще 2. Еще 4 шампура я принес, Анжа. Друзья мои, крышку теперь нужно закрывать, да? Оп. Все. Продолжаем, да, наша работа. Вот так. Раз, два, да? Анжан, ты знаешь, что нам нужен? Что? Картошки еще нужен. А, картошки я принесла. Ты принесла 6 штук. А нам нужен сколько штук? 8. Ну, хотя бы 8, да? Картошка, потому что картошка снизу будет самый вкусный. Раз. И 2. Хорошо. Хорошо, дорогая Джан. Опля. Все. Мясо готово уже. Картошки пополам, друзья мои. Надо было еще здоровой картошкой взять, Джан. Не было. Не было? Ничего страшного. Самый страшный. А, не было. Ну, картошки не было. Да. Ничего страшного. 4, 6, 8, да. То, что надо. И к шампурам идем. Вот так. Вообще-то надо побольше картошку. Большой, здоровый еще. Он, пока курица будет готова, картошка заранее. Он раньше, чем курица будет готовиться. Я футболку поменял. Потому что брызгал соусом. Бывает. Ну что, посмотрим, как наш тандыр. Друзья, сегодня жарко. Извините, я в шортике. Нормально, и мне не очень нравится в шортике работать. Но жарко сильно. Опа, 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 опа. Видите, цвет поменялся, да, немножко? Да, кстати, шампура идет в комплекте с тандыром. Так, выровняем сюда, полностью выровняем. Она не может показать этого, точно не может. Потому что невозможно показать это все. Нам нужно делать, друзья мои. Опа. Опа. Надо закрыть крышку, да, Анжа? Угу. Опля. Это все в комплекте. Шампура, вот эта штука. Есть еще расчетка к нему, но... Расчетка, честное слово, мне не очень нравится, потому я не работаю на расчетке. Все, еще минут 3 и все будет готово. Все, я выровнял крючок. Ой, блин. Осторожно. Да-да, Аня-джан, надо быть осторожным. Все, приятно работать с тандыром, но он горячий, да? И четвертый. Так, друзья мои. Вешали, сразу закрываем это и закрываем верхнюю крышку. Это недолго будет. Все. Все, это затягиваем, Анжан. Все, будем ждать.
На термометр не смотрите, это не важно. Термометр, тем более он уже не очень хорошо работает. Надо на глаз работать, на глаз, друзья. Все, теперь будет приятный запах. Все, это сюда. Больше 300 градусов. Прошел 5 минут, друзья мои. Ух, красавчик такой. Все, Анеджан, закрой, у меня аппетит уже. Все, классно. Ну что, друзья, посмотрим, как у нас. О, классно. Все. Анеджан, закрываем. Все, так. Иногда вот так, чуть-чуть открываем, даем жар. Жар, все. Воздух там будет идти, все, жар даем. Все. Главное, во время, когда будете вешать в тандире, жар не был сильный. Вот это самое важное. Все, 2 минуты. Все, отсюда видно, что жар уже идет. Все, классно. Все, теперь закрываем обратно. Все. Закрываем. Артур меня принес кофе. Ты можешь кофе принести мне? Ой, молодец мой внук. Видите, какой внук у меня. Он смог принести кофе. Все, ждем с удовольствием, друзья мои. Фартук одел, а то этот белый футболка тоже грязный бы стал. О, Анеджан. Ух, Анеджан. Ух, кто скажет, готов или не готов? Я скажу, что готов. Для меня готов. Ну что, снимаем, посмотрим. Ох, какой цвет красивый, Анеджан. Картошка, мясо, все, оно готово. 2 минуты еще. 2-3 минуты, все. Все. Это открыто оставлю. Тут жар дам снизу чуть-чуть. Вот жар дадим снизу, друзья. И все, последний этап уже снимаем. Уже теперь надо снимать, да? Смотрите, какой золотистый цвет. И мясо, и картошка, все. Все отлично, да? Раз, два, Анеджан. Ух, картошка, это будет вах мамаджан сегодня. Все, друзья мои. То, что надо. Ух. Опля. Бомба. Бомба дала, все. Такой красавчик получился. Просто, знаете, друзья мои, надо привыкнуть к тандиру, надо привыкнуть, и все. Привыкнешь, все правильно приготовишь. Главное, на сильный жар ничего не вешать туда. Опа. Опля. Все красавчик. Ну что, Анеджан, теперь надо складывать сюда аккуратненько. Раз, два, три, четыре, и картошки посередине, Анеджан. Как мне нравится цвет, такой хороший, такой нарисованный цвет, то, что надо. Картошки кожуру не снимать, друзья, не снимать кожуру, лучше промыть хорошо и вешать. Все. Теперь надо доску почистить и резать. А когда свежая зелень на горячий, это другой аромат тоже идет. Уже совсем другой аромат. Все. Ну что, попробуем, Анжи? Конечно. А я первый попробую картошечку. Картошка это всегда я люблю. Вау. Как пюре. Как пюре, все, базаров нет. Маслом еще вкуснее. Не, зачем туда масло? А, нет, весь жир туда пошло. Ну, и жир из курицы. Ну что, теперь курицу надо резать. Опля. Все, отлично. Такой вкус, такой, друзья, какой вкус. Вкус необъяснимый. Не могу объяснить, честное слово. Дай Бог придет время, создают такую технику, чтобы запах передавать, но этого не верьте. Вот это задница.
С этого рецепта можно готовить что-то другое. Скажите, пожалуйста, что приготовить другой видеоролик? Не следующий, а другой видеоролик. Что вешать? Что приготовить в том деле, друзья? И буду готовить обязательно. Теперь я попробую мясо. Мясо готов полностью. Смотрим, какой сочный. Грудка сочная. Дети, такого не бывает. Гриль покупать, это зря будет для вас. Лучше покупайте, готовьте такие курочки, все, будет бомба. Ну что, друзья, Джан, все, объяснить не могу, какой прекрасный вкус и запах в таком прекрасном тандыре. Ссылка в описании, нет, ссылка, готовить очень вкусно в таком тандыре. А приобрести такой тандыр, надо вам иметь контакт со мной в Instagram. Инстаграм, ссылка в описании под видео. Под каждое видео оно есть. Ищите в директ. А я с вами прощаюсь. До следующего видеоролика, друзья мои. Ах, мамочан, не могу терпеть. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И будьте здоровы. Мир вам. И большое настроение всегда.